И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димончик и подписчик Виктор, и сегодня мы играем в Гаррис Мод, и у нас сегодня прятки. Ребята, поздравайтесь. Всем здравствуйте. Всем привет. Ну, прятки непростые, сегодня нас будет искать NPC, марионетка, мы ее сегодня закрыли. Ну, может, разные будут аниматроники, посмотрим по обстоятельству, но она у нас будет первая искать. Ну все, мы прячемся, Димончик потом нажимает Z. А подожди, а она что удалится, а не стена? Ты же ее последнюю ставил. Ну да. Ну а как тогда сделать? А, ну тогда. Два тогда я ее поставлю. Ты понял? Удаляй ее. Нажимай за это один раз. Пью. Все, ребята, прячемся. Придумали систему. Пойдемте. Все, Димончик, выпускай тогда ее. А, она сюда не доберется. Виктор, мне кажется, ты первый сольешься. Да? Точно. Это где, на улице или в здании? Я в здании. На каком этаже? На первом. Так она же дверь не открывает, так что можно было за любой дверью запрятаться. Я думаю, слышишь, она походу там это бьется головой в импульсе. Да? А вот она стоит. Она вообще отдыхает там. Опа, ого, она столы, да, короче, она толкает. Она столы. Так она столы расталкивает здесь. Не бойся, мы удалим все. А, столы нельзя стулья удалить? А, ты, блин, неадекватная. Первый раз у нас неудачно, она застряла в столах. Начала их там ломать, да, крышить все. Камера жесткая вообще. Так, все, я спрятался, наверное. Дверь закрывайся. Все, я тоже запрятался, выпускай, Димон, ее. Выпустил. Зверь выпущен. Ну ё-моё, почему я? Почему я? Я так её и боюсь, она ко мне сразу прибежала. О, все, перестала. Опа-па, да? На тебя переключилась, наверное, да? Не знаю, я спрятался. Я спрятался за дверью. Отстала, 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 все. Нет, опять. Как тут стекла, она тут ничего не сделает. Блин, а боюсь. Это, скорее всего... Не прятки, а убегалки. Вот она, смотрите. Ё-моё! Ну как через двери? Ребята, Димас, вы видели? Дверь буду закрыта. Я буду марионеткой и буду вас искать. Давай. Димон, дверь закрыта была? Она меня убила. Давай тогда я буду кем-то играть, и вы будете прятаться. Давайте. Давай. Я буду тогда... Кем? Давай. Твой любимый аниматроник, какой у тебя? Мой любимый? Расскажи Фредди. Всем. Фредди. Ферди? Я вас иду искать, наверное. Ну давай. А зачем у него материал наложили? Так нечестно. Ребята, если вы кушаете, пьете, приятного аппетита. Да, и чай пейте. Ей, запрятался. Да. Угу. Ну хорошо. Ну ты потом поймешь, почему я так говорю. Сливальщик ты нас. Блин, это вот. Он идет, он там. Тихо. Он в помещении, не бегай в другую комнату. Дима, закрывай двери. Двери. Закрыл, все. Тихо. Все нормально. Может, вы в туалет за. Ой, блин, палимся. Надо, короче, перебежать в другое место, в другую комнату. Видите, ребята, как можно играть? На запале тут вообще, реально, я тебе говорю. Можно, видите, как можно в туалет залазить, теперь у нас не найдет. Да реально. Никогда. Туалет и сильная вещь. Не, только тихо, Димас, идем на картона, чтобы не слышно было. Угу. Так, вроде так его не видно так нигде. Хоть тише не будет. Видно, да? Не видно его нигде. Тихонько. Продвигаемся. Да. У2 на крыше. Ой, не на крыше, возле крыши там есть помещение. Побежали туда. Угу. Бежим. Не видно его, не видно? Нет, не видно. Не видно, все хорошо. Сидим тут. Все чисто, да. Сейчас дезлокация. У меня, короче, менять. Базука есть, если что, выстрелю. А я буду монтировка по голове луп. А, не, уже меня убьет. Давай хотя бы буду... А, мы тут в комнате. Не, возьмем СМГ. Лучше... Не, дробовики, мы же в комнате, как бы там нормально все. Давай лучше, да. Дробовики. Так, все, я дробовик взял. Куда будем передвигаться? У двое да, в комнату? Да. В комнату побежали. У нас, мы, наверное, по кругу бегаем, он нас найти не может, ты понимаешь? Да-да-да. Он, наверное, бегает за нами, он же слышит? Да слышит нас. А найти не может. Потому что там кто?
Умный побежали я. Туда, побежали в ту комнату, погнали. Побежали. Все, погнали. Тихо. Тихо, только не говори теперь, какая это комната. Да-да. Пусть сам ищет. Витя, ты нас найдешь или ты будешь бегать просто по карте? Напряжем свои мозги. Конечно, найду. Ну, мы надеемся на это. Да. Ну, печально же будет как-то, если не знаю. Ну, да. Да, ребята, согласитесь, прятки — это сильная вещь. Тихо, Димон. Тихо. Не надо ничего делать, Димончик. Пусть ищет. Не надо подсказки делать. Все, да. Тихо, сидим здесь. Мне кажется, он должен догадаться, где мы. Честно, я бы догадался. Ну, не сразу бы, но со временем бы догадался, что что-то здесь залезли. Не то. Если ты хочешь, ты сдашься, мы расскажем, где мы. Не. Ну ладно, ребята, мы все для вас. Будем растягивать удовольствие. Дима, не выходи. Сиди здесь. Да, я сижу. Выходи. Неужели такая карта здоровая, чтобы нас не найти? Ну молодец, Витька, нашел, не спорю. Все, я ищу вас. Еще. Бля, а двери много. Я сейчас только понял, что не так уж легко и искать. Все здание обыскивать. Неудобно тебе, да, искать? Неудобно, просто я думал, я быстрее вас найду. А ты думал, мы хитрые? Ищем, все по красоте. Я-то еще какой хитер-бобер. Мне кажется, карта такая простая. Ну, я еще думаю, наверное, это маленькая для пряток. Да не, она очень большая. Были уже не первый раз играем. Угу. Мне показалось, что это был Бенди, а это стулья так выглядят. А че ты Бенди играешь, Витя? Хорошо, мелкий, черный. Это твой любимый персонаж? Да. Ребята, напишите, как у вас самый любимый персонаж вообще из любого мультика или из игры. Знаете, какой у меня самый любимый? Если честно, я даже не знаю. У меня Бенди и Азариэль из Undertale. Да? Да. Я уже не знаю, мне кажется, вы где-то здесь рядом, а я вас не могу найти. Ну, если это ты там дверями щелкал, то я их слышу. Ну что так сложно вас искать, вот скажите. Если я уже все обыскал. Не знаю. Наверное. Вы мне что-то не договариваете. Мы очень скрытные. Мы очень скрытные. Вы просто перемещаетесь. Нет, я еще ни разу не переместился, если честно. Сидишь на месте, я тебя найти не могу? Я тоже сижу на месте. Согласны, что это идиотизм? А я вас найти при этом не могу. Ты даже стучал немножко плюшевым мишкой. Да я слышал, там вдалеке что-то стучало. Я потом выкину. Далеко. В комнате где-то, нет? Вот стрельно. Все, я понял. Сейчас найдет меня. Слышу, как ты там шурудишь дверями. Да он нас. Я ищу вас напряженно. Ты в напряге. Вы хитрые, вы меня обманываете. Вы в текстуры залетели, наверное, и сидите. И дурите. Нет, меня. Диман Покемон, по-моему, видел, как я залез. Это я не в текстурах. Я вижу, как ты залезал, вижу, как ты зашел, а потом я потом убежал. Так, надо думать по-другому, как они могут запрятаться и где. Я-то не могу найти вас. Жалко. Ну ты там ищешь? Еще не могу найти вас. Я уже по кругу обошел здание несколько раз. На всякий случай.
Да. Я выстрелы слышу. Я уже в той стороне. Вот, я столько тебе подсказок дал. Ты стреляешь, но я не могу понять, откуда оно эхо такое. По-моему, если смотреть из от твоего лица, то меня изи увидит. Но я не знаю. Да, ты просто. Опа! Так, первый пошел. Но если бы ты не стрелял, я бы, наверное, долго бы искал. Знаешь почему? У тебя текстура, она сливается с этим уголочком стола, блин. Это... И это чёрт где-то. Я не стрелял, Димас, это я сидел просто тут и все. Стрелял я, нашел Димон. Спалил меня, говню. Так, а где ж Виктор? Виктор. Ищем Виктора. Я нормально, да, Димас? Да, нычка хорошая, ребята, согласитесь. У меня три раза. Димончик-покемончик хорошо запрятался. Ты меня три раза пробегал, я такой вообще жестко. Да, он у тебя сливается, его плохо было видно. Ты сам видишь на записи, что тяжело было его определить там. Иди отсюда, иди, иди отсюда. Иди отсюда, сказал. Иди сюда. Вот так вот, хорош. Так, Виктор. Чувствую, просто я знаю, где ты. Идеальное было место ты. Прям для моего персонажа спрятаться между этими телевизорами. Это было самое идеальное, потому что я бы нигде не спрятался. Просто если так, если ты пришел оттуда, значит Виктор где-то здесь. Димон, его сильно сложно найти или нет? Просто так подскажи. Ну не очень, просто если бы ты внимательно все смотрел, а не просто мигом пробегал бы, то ты заметил бы. Я бы вас быстро бы нашел бы. Быстро нашел. Сам нашел, без подсказок, без ничего. Ну, запрятались вы, ребята, классно. Искал я вас дольше всех, кстати. Но вы же были опытные. Вы сначала натренировались, а потом уже показали высший пилотаж. Даже я так бы не смог. Витюша, зачем ты пробы двигал? Прикольно получилось. Мне понравилось. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну, а всем отличного настроения и всем пока.